Была и здесь я. Ну как давно вы были здесь? А? Как вы были здесь? С вечера. С вечера. А вчера вечером уже знаки висели, кирпич, проезд запрещен. Вы как въезжали? Под кирпич? Да не знаю, Ну вы под кирпич въезжали или нет? Нет. Как нет, вообще относитесь к подобной инициативе? То, что для личного транспорта и такси въезд на площадь будет закрыт. Шлагбаум, кстати, устанавливает. Вы знаете, я считаю это неправильно. Если у меня приезжают дети с чемоданами, это я что должна? Куда? Туда не ставь, сюда не ставь, а куда ставить? Надо как бы этот вопрос все-таки решить. Ну, пусть здесь как-то сделают. Ну, я тоже не понимаю вот этого. Но я подъехала, и что я сделала такого? Я постоянно сюда ставлю. У меня дети, внуки приезжают. Я их как бы должна провожать? За километр ставить машину и идти пешком с ними, что ли? А сами знаете, приезжают они с рюкзаками, да, с сумками, да. Поэтому я считаю, что это неправильно. Ну что, я на 5 минут подъехала и уехала. Я же не постоянно ставлю сюда. Поэтому я считаю, что... Только что обсуждали с водителем очередной этап идиотизма. У нас еще месяц назад перекрыли практически весь центр. Набережные, Бульварное кольцо. Я даже не знал. Новые правила ввели. Теперь у нас нельзя стоять больше 10 секунд, везде камеры. Даже если пробка, ты все равно обязан двигаться. Если ты встал больше, чем на 10 секунд на машине, нужно платить штраф 3000 рублей. Очень неудобно. Даже если пробка. Набережные, Пречистинскую набережную, Софийскую набережную перекрыли еще, по-моему, в 20-х числах мая. Чтобы уже отвыкали, видимо, по ним ездить. Объяснено было. Да, конечно, это только чемпионатом.